Смотри-ка, чего-то они там активизировались. Медом им тут, что ли, намазано? А может, они это, домой? Ну, Польшу взяли, что им еще надо? Ну да, что им еще надо? 15 километров до нашей границы. Все, уходим. Ага. В квадрате 37, 39 и 45 наблюдается большое скопление военной техники и живой силы. Очевидно, идет какая-то передислокация. Цель? Не могу знать, товарищ подполковник. Да, другие разведгруппы имеют аналогичные сведения. Ладно, пойду докладывать. Хотя, конечно, генерал будет кричать, что не паникуй, есть пакт о ненападении. Так точно, товарищ подполковник, пакт есть. Но то, что мы видели своими глазами, тоже точно. Тебе, капитан Павловский, благодарность и, несмотря на твои семейные обстоятельства, приказ о присвоении звания майора Красной Армии. Ну что, товарищ майор, поздравляю. Служу трудовому народу. Всем увольнительные 3 дня. Отдыхайте, заслужили, свободны. Слушаюсь. Клим, останься. Ты вот что. Ты своих орлов на всякий случай далеко не отпускай. И сам далеко не отлучайся. Все так серьезно? Возможно, даже серьезнее, чем мы с тобой думаем. Пошли. Кругом. Ну и что ты там говорил? А, ты забалтывал второго Фина, я достаю нож, сую его в рукав. И чего? Подыграй мне. А он берет и разворачивает в мою сторону и смотрит на меня в упор. Говорит, что-то вид у вас подозрительный. Ага. Ну, думаю, все. Ну да. Конец моей легенде. И что дальше было? А что, мы так громко разговаривали, товарищи девушки? Да. Здравствуйте. 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 Извините. Так что дальше-то было? А дальше Михась тому Фину рукояткой по кумполу. Да ладно. Прямо в темечко. Тот падает. Я беру своего Фина и о пограничный столб. И... Здравия желаю. И все. Вот. А дальше военная тайна. Ну вот. Как? На самом интересном месте. Ну а что вы хотели? Вы знаете, кто мы с Лехой? Кто? Э? Мы разведчики. А вы знаете, кто мы с Лилей? Кто? Знаменитые балерины. Не узнаете? Ну-ка. Ну, мы, знаете, по этим балетам не ходим, времени у нас нет. А вас как зовут? Светлана. Светлана. Так, слушайте меня, товарищи девушки. Воскресенье, 22 июня, в 15:40, прямо на этом месте, в этом парке, мы идем с вами есть мороженое. А сейчас... Ну, а сейчас... Мы вас проводим. Thank you.
Дозвольте пригласить вас на танец. Ну. Да не смущайся, стеснительный такой. Я за 3 недели первый раз из своей берлоги выбралась. Я теперь хоть с медведем буду танцевать. Настя! Гриша. Добрый вечер, граждане. Предъявите документы. Какие документы? Мы же с Жимарки. Рабочие, додому идем. Документы предъявите. Пан милициант, а зачем вам документы? Вы уж мертвец. Alles schnell wegnehmen. Быстро все убрать. А работаешь где? Я лесник. Ну, мы с батей там. А вы? А я тоже с батей. Санаторий лесное. Там же говорят одни шишки из Москвы. Вот я и есть шишка. Шишка. Ой, сколько времени? Меня же машина ждет. Проводи меня, а то я опоздаю. Пойдем? Все, дальше нельзя. Тихо, не высовываться. А то шофер увидит, родителям расскажет. Папа мне тогда голову отвернет. Он у меня, знаешь, какой? Академик. Его сам Ворошилов боится. А я не боюсь. Да? Ты что, дурак? Совсем уже? Прости, Настя. До свидания уже, Швейча. Поехали. Приезжай в субботу. В 5 часов. Под часами. Я буду ждать. Посмотрим. Швиче, зачиняю. Я тебя ищу. Настя меня совсем замучила. Куда мы все время пропадаем? Катенька, ты все ходишь, а тебе лежать надо. Астма покой любит. Да мне уже гораздо лучше. И потом, знаешь, какой здесь замечательный воздух? Вот, дорогая моя, смотри-ка, что... Доброго дня, Александр Петрович. Прошу вас в кабинет директора. Вам срочный звонок из Москвы. Александр Петрович, добрый день. Москва. Мое почтение, Павел Соломонович. А, понял, понял. Алло. Здравствуйте, Александр Петрович. Челобанов вас беспокоит. Как отдыхается? Ничего, пока ты не позвонил. Как Катя? Лечимся. А ты что хотел? Проблемы у нас, Александр Петрович. Опытный промышленный образец сбои начал давать. И так и это пробовали. На 3-м шифре всегда сбой. У меня все работало. Просто у некоторых не с того места руки растут. Саша, я тебя очень прошу. Нам же всем голову оторвут. Приезжай в Москву. Женя, ты меня прости, но у жены астма. Ну, куда я так поеду? Саша, я тебя умоляю, головы полетят. Приезжай.
Ну, вышли мне всю документацию спецпочтой. Тут мои технари как раз. Покумекаем, что-нибудь придумаем. Спасибо. Только я тебя очень прошу. Да не трусь ты так, разберемся. Ну, жди тогда бумаги. Далеко собрался. Так я это, в Лиговицу. Не пойдешь. Лодку надо в затоку отогнать. Работы много. Батя, я же обещал. Обещания подождут. Предчувствие у меня плохое на эту ночь. Не пойдешь ты никуда. Александр Петрович и Екатерина Сергеевна. А, здравствуйте, вот здравствуйте. А я вот Черникина собирал. Не желаете? Нет, спасибо. Отчего? Возьмите, возьмите. Желаем. Спасибо. Катюша, запомни золотое правило. Дают, бери. Бьют, беги. Это точно. Ну вот и для доченьки вашей. Ягоды тут тьма. Берите все. Спасибо. Ага. Настя. Ну, я пошел. А сегодня в городе кино. Ты пускай. Ну ты что такая кислая, Настенька? Смотри, какой день чудесный. Ну, ну отпустите меня в кино. Ну тут скука смертная. Честное слово, я у Кати останусь ночевать. У нее папа начальник местной милиции. Ничего не может случиться. Вчера в полночь явилась мало. Ну тут же вообще невозможно. Ровесников моих нет. Книг нормальных тоже нет. Ну, я тут брожу, как муха сонная, ну, отпустите! Иди Зубров посмотри. Здравствуйте. Добрый день. Пусть ваши зубры подохнут. Настя. Ну, отпусти ты ее. Я тебя очень прошу, отпусти. Только смотри, я начальнику милиции позвоню. Так можно? Чтобы в 10 обе были в постели. Папа! Ура! Спасибо! Мамочка! О, Катенька, избаловали мы ее, избаловали. Ну, да, разрешите, товарищ генерал? Проходи, Корнеев. Что там у тебя? Товарищ генерал, по последним данным нескольких разведгрупп, в Польше происходит серьезная передислокация немецких войск. Они уже вплотную к нашей границе стягивают и людей, и технику. Товарищ генерал, похоже, немцы готовятся к нападению. Корнеев, ты что, не знаешь, что у нас с Германией пакт о ненападении еще в 1939 году подписан? Так точно, но... Вот отставить панику. Любая информация о готовящейся войне есть провокация. Ну, а если это просто учение? Товарищ Сталин нас за такую дезинформацию по головке не погладит. Так что продолжаем наблюдать, но без лишнего шума. Понял? Так точно. Разрешите идти? Идите. Вот, послушайте. У каждого, кто встретится случайно, хотя бы раз, и сгинет навсегда, своя история, своя живая тайна, свои счастливые и скорбные года. Зинаида Гиппиус. Гиппиус? Угу. Это что же получается? Я отдыхаю в санатории и должен выслушивать писанину врага народа? Простите, с кем имею честь? Владлен Зеленко. Председатель Брянского облсполкома. Гиппиус сбежала в капстрану. Она является... Да, уехала.
из-за таких вот владленов и уехала. Ну, знаете, я этого просто так не оставлю. Еще один дурак и хам. Где их только берут? Может, выращивают? Вы бы поосторожнее, Александр Петрович. Хм. А чего мне бояться? Это пускай они и боятся. Академик Саров им нужнее, чем они академику Сарову. Господа товарищи, прошу освободить стаканы от чая. О, это мы мигом. Так. Настя, ну шо? Хоть він і не прийшов. Все одно ми відмінно потанцювали. Да я не розстроєна. Ну шо, я не бачу. Ні капельки. Може бути, він просто не зміг. Ну, запрацювався. Або його батько не відпустив. Я не хочу це обсуждати. Ну, Настя. Настоящий мужчина всегда все сможет. Угу. А, закупался. Забегает. Внимание, приготовься. Es ist die Zeit schon. Пора. Катя! Катя! Быстро на улицу! Быстро! Быстро, быстро, быстро! Николай Александрович! Оружейка грохнула! Что делать? Что вы там? А? Быстрей! Быстрей! Парк! 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 Катя! Да, это хороший вопрос. Господин майор, да? Разрешите доложить. Все объекты, которые планировалось уничтожить, ликвидированы. Сопротивление полностью подавлено. Отлично. Вы говорите по-русски? Так точно, господин майор. Бонке, возьмите его, солдат, и осмотрите окрестности. Я хочу знать, что происходит в этом районе. Есть. Пойдемте.
Что здесь происходит? Мы отдыхаем или что? Что случилось, Сашенька? Самолет с крестами. Самолет с крестами. Что? Немецкие летят. Товарищ Мендель, у нас с Германией пакта ненападения. С крестами. Объясните еще раз. Самолеты. Что? Подожди, что произошло? Самолеты это с крестами. Что происходит? Боже, Настенька. Самолет. Понимаете? Эй, ты, иди, иди отсюда. Сменить флаг. Это место для нашего флага. Точно. И куда это деть? На землю. Так мне больше нравится. Смотрится намного лучше. Граждане, граждане Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. Моя дочь одна в Лиговице, ее нужно вывести. Нет у нас никакой машины. Не вернулась... Вы не понимаете, что там творится? Это моя дочь! В том-то и дело. Может быть, и дороги-то уже все перекрыты. Москву. Алло, Челобанов слушает. Алло. Челобанов? Женя, это Саров. Александр Петрович, вы в Москве? Нет, мы еще в санатории. Вы не выехали? Да нет, конечно, не выехали. Объясни, что все-таки происходит. Германия напала, нарушив пакт. Война! Товарищ Лобанов, вот срочная директива Саша, наркомата обороны. Я прошу тебя, будь в санатории. Евгений Львович, подпишите. Найдем дочь. Найдем. Да не сейчас. Но это же срочно. Алло. Алло. Что за свет? Товарищи, не волнуйтесь. Товарищи, не волнуйтесь. Товарищи, сейчас... Сейчас подадут транспорт, и мы всех вас эвакуируем. Стой! Стой! Куда на территорию? На машинах не положено! Стой! Все в дом. А ну завалили все в дом. Давай, давай, живо. Ходите же быстрее, осторожно, осторожно. Давай, давай, и что тебя вот, давай, живо. Давай, живо, и что тебя. Академик Саров за линией фронта. Как далеко на данный момент прошли немцы? По последним сведениям, линия фронта у западной границы отодвинулась на 50-60 километров. То есть санаторий уже на оккупированной территории? Выходит так. Это катастрофа. Евгений Львович, что у вас этот академик? Золотой, что ли? Война началась. Или вы что думаете, у наркомата обороны других дел нету? Есть, товарищ Дробот, есть. Но он главный специалист по военному шифрованию в Союзе.
Если он попадет к немцам, головы полетят у всех у нас. Разведка тогда смело может идти сдаваться. Все системы шифрования у нас разработал Саров и его конструкторское бюро. Входите. Быстро, быстро. Шевелись. Сиди. Закрой рот. Тишина. Катя, ну прости ты меня, прости. Боже мой, ну где же она? Никаких движений. Ваша задача – проникнуть на захваченную территорию и эвакуировать из санатория «Лесное» академика Сарова в Москву. Это главный шифровальщик нашей страны. На подготовку 5 часов. А что с заброской? Вас перебросят через линию фронта, как стемнеет. А где сейчас линия фронта, товарищ подполковник? А вот этого, майор, пока никто не знает. Есть. Значит, действительно, одни гражданские женщины и дети? Точно нет военных? Нет, капитан, точно нет. Это санаторий. Для поправки здоровья, так сказать. Доложить о занятом объекте майору Зиберту? Да, этот объект пригодится немецкой армии. А что мы делаем с людьми? Проверить, кто такие? Если ничего ценного, ликвидировать. Ликвидировать? Всего около 80 человек. Ну, не домой же их отпускать за линию фронта. А тут бездомные нам не нужны. Думайте, Янек. 80. Многовато, конечно. Нужно найти какую-то низину. Господин капитан, посмотрите, я кое-что нашел. Интересно. Знаете, что это? Сообщите майору Зиберту, что мы нашли что-то важное. Хорошо. Мы для них жирный кусок. Да уж. Особенно вы, Александр Петрович. Лёшка, типун вам на язык. Оставаться на месте. Не вставать. Назад. Швайген! А Мендель первый в расход пойдет. Почему? Он еврей, коммунист добавок. Да. Катюша, вот попей водички. Я тоже пить хочу. Да что ж такое-то? Ну, сколько? Ну, подожди. Тихо, тихо, спокойно. Попить все хочет. Все по местам. И все. Главное, тихо. Да. Ну, оставьте вы ее в покое. Ну, дайте. Да чего красив этот немецкий язык. Логичный. Язык Эйнштейна, Брехта. Помолчите, Александр Петрович. Но они же на нас смотрят. Надо время потянуть. Как можно дольше. Наверняка Красная Армия уже рядом. Есть одна мысль. Опасно очень. Нужно уничтожить все санаторные книжки и личные дела отдыхающих. Они хранятся в кабинете у директора. Все. Да, точно. Сжечь. Но как туда пробраться? Вот вопрос. Ребята, все это баловство. Но это хоть что-нибудь, Александр Петрович. Устроить там пожар, чертовой матери, чтобы там сгорело все. Павел Соломонович, что вы так волнуетесь?
От судьбы все равно не сбежишь. Не спрячен! Не разговаривать! Может, ее убили уже? У девки на войне в 100 раз больше шансов выжить, чем у мужика. Девку не тронут, если сама на рожон не полезет. А если повезло, то и в городе нет. Может, они тоже поняли, что началось. Не пустили дуреху. А мы что будем делать? Я военный человек, Гришка. Был приказ, коль что начнется, быть на месте. Вот и будем на месте. Немец чаще не полезет, а кому надо, нас найдут. Главное, найдите лесника. Зовут его Семен. Он человек проверенный, боец. Найдем. Пароль. Что-то лес у тебя, дед, квелый. Ответ. Иди, куда шел. Семен все подготовит. Уходить будете на лодке. И еще. Этот Саров ни под каким видом не должен попасть в руки немцев. Не волнуйтесь, привезем. Ты не понял. Даже если вы не сможете его привезти, он не должен попасть в руки к немцам. Так точно. Все, давай к своим. Удачи. Товарищ подполковник, у меня просьба. Да. Вы не могли бы маме передать все как есть? Не успеваю встретиться. Хорошо, я сделаю. Удачи. Спасибо. А все-таки мы везучие. Первый день войны, а у нас уже задание. Так, давайте повторим. Значит, если что, мы мелиораторы. Угу. Я товарищ Швец, Михась товарищ Кнуров, ты товарищ Глоткин. Угу. Про войну ничего не знаем. Но если нас возьмут, это нам не поможет. Ну хорошо, хоть я это запомнил. А нас с тобой, Леха, в парке девушки ждут. Хай Гитлер, хэ майо. Хайль. Я утомился, пока сюда добирался. Надеюсь, мое путешествие в этом аду стоило того. Взгляните, это принадлежит постояльцам этого санатория. Это похоже на пометки шифровальщика. Мы никого не спрашивали, ждали вас. Ну, так допросите Бонки. Вы не знаете, как это делается? Кто директор этого пансионата? Ich befehle dem Direktor dieses Ferienheimes eine Hand aufzuheben. Для всех повторяется. Директор этого пансионата должен поднять руку. Ключ от сейфа, быстро. Ну? Попробую поджечь там все. Я. Пройдемте с нами. Thank you.
Плохо. Пойдем искать. Братцы, я здесь. В тропах запутался. Вот ты, москаль, и попался. Снимите меня отсюда, а? Давай, сам справишься. Ну, конечно. Как Михась, так сразу справлюсь. Я с самого детства котят снимал с деревьев. Знаешь, как я это делал? Как? Давай, я тебе покажу. Вот так снимал. Кис-к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 ис. Лужкевич. Чё? Слушай, а можете здесь оставить, а? Ведь ты все время стремишься к вершинам духа. И немцы тебя не заметят. Двух зайцев сразу убьем, а? Михай, знаешь, кто ты? Австралопитек. Ой, ну и кто это? А вот ты сними меня отсюда, я тебе все расскажу. Австралопитек, Михай, это такая обезьяна. Только очень умная. Тянешь, шеф, за обезьяну ответишь, понял? Это директор, гермайор. Это ваш кабинет? Да. Я. Ein schöner Raum, aber nicht ganz. Хорошая комната, но не совсем. Wir brauchen hier etwas zu ändern. Мы здесь кое-что поменяем. Vergeuden wir unsere Zeit nicht. Давайте не будем терять наше время. Sind Ihnen die Berufe Ihrer Bewohner bekannt? Вам известны профессии ваших постояльцев? Агрономы, агрономы, герои труда, соцработники, социальхельфер. Hat es auch ein Sozialhelfer geschrieben? Вы считаете, что это написал социальный работник? Wissen Sie, was es bedeutet? Вы знаете, что это обозначает? Нет. Nein. Это же чистый спирт. Wie könnt ihr das trinken? Как вы можете это пить? Machen wir so. Мы поступим так. Herr Versorgungsoffizier, Sie schreiben jetzt für mich eine Bewohnerliste mit Namen und Arbeitsstelle. Вы сейчас напишете полный лист с фамилиями и местами работы. Und ich erschieße sie nicht. И тогда вас не расстреляют. Sie haben 20 минут. У вас только 20 минут. Охраняйте его. Принесите мне кофе. Клим, а кто такие мелиораторы? Не мелиораторы, а мелиораторы. Слушай, с тобой вообще не разговариваю, москаль, а? Люди, занимающиеся осушением болот. Клим, что-то долго идем. А вот мы и пришли. Альт! Стоять! Я возьму, там мне нужно. Папиран. Папиран. Писать. Папиран. Вот ключ. Там. Вот. Папиран.
Ах, ты русская свинья! Тушите, тушите бумаги! Здесь списки отдыхающих. Эй! Муж спят? Никого нет? Есть кто живой? Есть. А ты чё, дядь? Ты здесь один, что ли? А почему ты думаешь, что я один? А кто еще? Эй, не стреляйте! Мы мелиораторы! Составляем карты болот. Ой, врешь. По роже вижу, что врешь. Кончай их, сынку. Тихо. Чё-то лес у тебя квёлый, дед. Иди, куда шел. От Корнеева привет. О, ну ты, дядь, даешь. Что-то быстро вас, ребята, сюда занесло. Что случилось? Мы обнаружили совпадение с теми списками. Заров, электроприбор. Срочно сделайте перевод всего, что связано с Саровым и с этим конструкторским бюро. Ты слышишь меня? Срочно! Отправьте эту информацию в Берлин. Так точно. Приведите ко мне этого Сарова. Наша цель – человек очень важный для страны. К врагу он попасть не должен. Через линию фронта нужно его вывести живым. Нам сказали, что у вас есть лодки? Есть. В затоне стоят. Отходить будем через затоки. Но до самой линии фронта по воде не доплывешь. После операции Корнеев предложил уйти с нами. Может, и уйду. Заберешь сына с собой. Он, видать, парень смышленый. Глупый еще. Молодой. Не боится еще ничего. Чтобы воевать, страх нужен. Без страха погибнешь. Ну, волка боятся, в лес не ходить. Куда? Вон туда. А я вот боюсь. Когда их стая ничего не поможет. Сидят. Заров? Саров. Ну, чего уж там, Катенька. Я с тобой. Сиди. Бялинзе здесь. Пройдемте с нами. Это Саров. Переводи. Мне не нужен переводчик. Вот как. Приятно слышать хороший немецкий язык. Ты свободен? Так точно. Пожалуйста. Благодарю. Берет сигару? Спасибо, у меня свои. Danke.
А мы тут про вас кое-что выяснили. Чем вы занимаетесь, господин Саров, в своем электроприборе? Делаем паяльники, машины для счетоводов. И это все? Не люблю говорить о работе, когда я на отдыхе. Мы знаем, кто вы. Вы академик Саров, генеральный конструктор КБ «Электроприбор», которая занимается, кроме паяльников, еще и секретными шифровальными машинами. У меня жена болеет. Астма. Прикажите, пусть принесут лекарства. Они в нашей комнате, в тумбочке. Вас? Что? Синий ингалятор. Или вы ведете войну против женщин тоже, господин майор? Назад. Нет. Я веду честную войну. Вот он, лесной. Да, отдыхают у нас некоторые. Ну, что там? Шо-шо, немцы там. Опоздали мы. Много их там. Главное, сколько их внутри. Лех, убираешь охранника и переодеваешься в его форму. Ага. Постарайся пройти сквозь здание. Посмотри, кто где там. Тихо только, наверняка все спят. Мы тебя будем ждать возле входа. Понял. Как сложно-то. Дядя, есть какие-то другие предложения? Ну, предложения-то есть. Ха. Вы полезаете туда, походите, важного человека своего высмотрите. Ну и нет человека, как говорится, нет проблемы. Что, дядя? Шкурку жалко. Ты, сопляк, поговори у меня еще. Так, замолчали все. Семен, у нас есть приказ. А ваш приказ – подчиняться мне. И попрошу без лишних разговоров. Ладно, командир. Что, идем? Прошу прощения, господин майор. Что такое? Для вас срочное донесение, господин майор. Из Берлина? Будите пленных, Бонки. Сарова и его инженеров отобрать, погрузить и перебросить в штаб. И подготовьте мотоциклы для сопровождения. Быстро. Есть.